Добрый день, уважаемые садоводы. Вот хочу показать, чем я занимаюсь в дождливые дни. На улице льет. Такой средний, умеренный дождь наш в этом году. Поливает так, что даже не нужно. Я ни разу не включал в саду в этом году шланги полива. И вот показываю, как я варю варенье. Вот это вот вчера инжир достал из морозилки, уже обработанный на комбайне. А это вот сегодня я уже из вчерашней зимины сделал мякоть. Семена отдельно, вот видите. Эти вот я плоды не стал еще обрабатывать, потому что немножко твердые, могут 2-3 дня еще полежать. Но они все сами десантировались, то есть я ничего не рву с ветвей, собираю с мягкой травы. И вот сейчас вот буду делать второе кипячение. Вчера скипятил инжир, пеночку снял. Я вот сейчас начну снимать потихонечку пенку вот с этого варенья, куда в инжировое варенье добавил азимину. Азимину не разбивал на комбайне, прямо комочками. Она мягкая, иначе вот когда разварится, так еще и станет структура еще более мягкой и мелкой. То есть это нормально, такое варенье. Очень ароматное получается и вкусное. Морозить в этом году азимину не буду. Урожай небольшой, потому что весной очень сильно почикал все деревья зимние, которые есть. Но еще, видимо, сказался тот момент, что у нас весна была довольно-таки прохладная. И урожай на всех плодовых, скажем так, не очень высокий. Вот. Еще, конечно, может быть, я пособираю инжира к столу. К столу-то всегда пособирать можно. Вчера немножко принес, в холодильнике стоит. Вот так вот помешивая, чтобы не пригорало на дне ничего. Сейчас начну снимать потихоньку пенку. Ну, камеру держать неудобно. На этом, наверное, и закончу. То есть вот чем занимается успешный садовод, у которого в сентябре всегда есть урожай, неважно какой культуры. Инжир, или азимина, или еще какие-то другие плодовые культуры. От диванных садоводов, ну, у которых основное занятие это зайти на какой-нибудь садовый сайт и заняться троллингом. Им-то собирать нечего. На этом, наверное, и закончу. Всем успехов, садоводцы!